Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Crossing Souls. Так, как вы помните, мы с вами остановились, да-да, именно здесь, на военной базе. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут. Так, ящики. Ну, как видим, ничего, ребят, здесь хорошего нету. Давай-ка вот здесь посмотрим. Мне бы желательно бы какое-нибудь сердечко сахарное бы найти. Было бы неплохо, да, ребят? Так, ну что же, давайте тогда, наверное, спускаться здесь по лесенке. И, ага, как всегда, уровни, где нужно прыгать. Что-то мне эти мостики не очень нравятся, если честно. Ой. Так, тихо, отлично. Так, здесь мы, да здесь, в принципе, мы. Должно быть, здесь они сбрасывают технические отходы. Ну, наверное. Так, давайте, наверное, перепрыгнем с вами. Сюда и сюда. Отлично. Так, здесь, наверное, перелетать надо, да? Хорошо. Ой, елки-палки. Раз, два, три. Долечу. Ага, отлично. Так, здесь перелетаем, ребята. Нам, как говорится, здесь помогает Мэтт в этом деле. Так, здесь мы должны сами. Так. Ага, вот здесь уже надо перелетать, ребята. Ой, лишь бы не упасть только. Отлично, хорошо. Так, тут опять перелетать. Замечательно. И здесь тоже лететь. Ух, шикарно. Так, давай прыгать. Погоди-ка, ага, все, понял, летим. Ой, не туда, ребята. Эй, долечу ли я? Успел, кое-как, ребят, на последних практически миллисекундах. Так, что тут, забраться надо, да? Смотрите-ка, там какие-то у нас роботы внизу стоят. Тихо, что такое? Так, ну я понял, да. Три каких-то дроида, или кто они такие. Похоже, охрана здесь усиленная. Ну, похоже. Мэтт такой: странно, что они для охраны используют роботов. Зачем им внутри такая защита? Может, майору люди нужны в другом месте? Не знаю. Или ему не нужны люди в периметре. Как бы то ни было, нам надо двигаться дальше. Да, ты прав. Так, ребята, я надеюсь, мы с ними справимся, с этими дронами. Фу, ватный, господи, я думал, они будут что-то делать такого серьезного, а они вообще ничего не умеют делать. Поэтому мы их разбомбили, причем легко. Так, что нам дальше-то делать? Надо, наверное, ребята... Так, ага, все, я вспомнил, как кувырок делается, он нам пригодится. Так, иди, подходите по одному, гады. Я вас всех проучу. О, сердечко. Блин, зря взял, ребята, надо было Мэтту оставить. У него, по-моему, мало здоровья. Так, здесь у нас что, тупик? Тупик, понятно. Тогда двигаемся дальше. Так, что это такое? А, все, понял, тут просто прыгаем. Что за звук? Ой, лазеры. Ой, ребят, я надеюсь, что они нас сразу не будут убивать. Так, ой. Нет, нормуль, все хорошо. Да ёпросте. Просто есть такие лазеры, которые убивают на раз, а эти просто отнимают хп. Ну что же у нас тут? Мы в каких-то пещерах или где уже? Под землей. Так, внизу опять кислота, отходы. Так, бомбу взяли. Началось в России утро, ребят. Короче, я так понимаю, эти островки у нас будут исчезать. И помимо этого здесь еще прожектор, елки-палки. Так, ладно, давайте попробуем, наверное, вот так. Ага, все отлично. Теперь вот здесь будем пробовать. Так. А куда нам надо? А, тихо. Блин. Ой. А, все, понял, ребята. Нам нужно будет перелетать или вот туда, или вон туда. Я не знаю. Слушайте, я успею ли? Вот это вот вряд ли. Хм. Давайте, наверное, тогда мы, скорее всего, с вами вот здесь вот попробуем. Отсюда, мне кажется, проще туда перелететь. Быстренько нам это переключимся. Ой, блин, я думал, в прыжке переключусь на Мэтта. Ага, как бы не так. Сейчас, секунду, ребята. А вот так, Мэтт, полетели. Долетим. Все. Тут у нас... Во, сахарное сердце, отлично, ребята. Так, надо нам, наверное, перелететь вот сюда. Так, смотрим. О, сердечки. А здесь... Секретный документ. Новый секретный документ. Проверь коллекции в своем инвентаре, чтобы узнать больше. Понятно.
Так, в общем, здесь больше ничего нету, ребят. Мы с вами туда не можем попасть. И получается, что... Так, это мы сможем подобрать или нет? К сожалению, нет. У нас битком забито все. Так, туда... Ой, нет, ребят, это... Я думал, что там островок. Нифига, ничего подобного. И нам придется как-то с вами возвращаться обратно. Это очень опасно. Вы посмотрите, нам нужно попасть с вами тогда, когда прожектор уходит. Короче, поехали. Так. Отлично. Так, перепрыгиваем, все. Ну что же, теперь нам, значит, надо в эту сторону идти. Потому что, смотрите, ребята, вон там у нас есть суша. Вот только как бы мне это все сделать? Провернуть-то по-хитрому. Пробуем. Ай, нам это не приключился, елки-палки. Тут все надо очень быстро сделать. Погнали. Фу. По-моему, нам повезло, ребята, да. Так, тихо, дрон. Ох ты, это что такое было сейчас? Дрон, ты не припухли, а, родной мой? Это какие-то пробирки, еще дроны. Ну, по одному, ребят, мы с ними справляемся вообще элементарно. Так, еще один мелкий дрон. Ну, ничего страшного в этом нету. Так, а куда нам идти, вверх или вниз, а, ребят, я не знаю. Давайте сюда сходим. Нет, давайте, наверное, сходим для начала вот сюда. Правильно, неправильно, это что у нас за ерунда такая? Какая-то бомба, не знаю, что это такое, ребят. Ну, сейчас мы ее звездане... Ой! Т-мин 4. То есть я сам взорвался на мине. Я думал, что она, ребята, ничего не наносит нам вреда, а она, оказывается, взрывается. Ладно, тогда нам только вниз остается идти. Давайте тут аккуратно... только не говорите, что опять прыжки, елки-палки. И что же... Ага, все, понял, ребята. Вон там, видите, островки, они, походу, не исчезают. Так и есть. Так, ой, ёпрсты, зачем я... Ребят, я сделал кувырок нечаянно. Так, сюда. И, блин, прыгнуть-то надо же было забыть, а? Давай. Да ну, нафиг, что за ересь-то, эй? Крис, ты прыгать-то будешь у меня или нет? Я не понял. Сейчас, ребята, секунду. Вот так вот. О, так оно будет лучше. И здесь, а здесь нам как сделать? Не понял. Ладно. Так, тихо. Поймали. Слушайте, у меня очень мало здоровья, ребята. Очень мало. Нам нужно с вами восстановить его. Блин, я уже забыл, как оно делается-то. Так. По-моему, надо на какую-то кнопочку же еще нажать. Помимо... Нет, это прыжок, это удар. Ага, все, понял, ребята. На Y. Так, ладно, поехали тогда. Сейчас он сюда вернется, побежали. Так. Есть, успели. Я просто совсем забыл про эту мину. Да ладно, сколько прыжков-то здесь можно, а, делать? Ну-ка, давай посмотрим здесь, что у нас. Так, секунду, это что у нас за мостик такой? Давай проверим. Ай! Я понял, что это мина, ребят. Она как детектор выслеживает, а потом, короче, взрывается. Слушай-ка, секунду, а вот это что у нас такое, а? Давай, может, попробуем туда перелететь? Я не знаю, что это, ребята, за... Платформочка такая. У нас хватит ли долететь-то? Хватило. Не понял, а с какого перепуга? Я же стоял вообще вдалеке от нее. Как она меня просветила? Эй! Ну-ка, давай-ка еще разок попробуем, ребят. Не знаю, стоит туда вообще лететь, не стоит. Так, долечу, долетел. Вообще мимо. Слушайте, у меня уже здоровья нафиг мало. Давайте-ка пойдем лучше отсюда, чтобы вообще не отдуплиться. Так, ну что же, давайте перепрыгивать тогда. Тут, в принципе, все легко. Вы видите, они двигаются синхронно. Поэтому поехали. Так, хорошо, идем. Давай сюда. И последний островок. Отлично, так, мина опять. Ах ты, зараза, она, оказывается, двигается. Ой, елки-палки, а то, что впереди, мне не нравится совсем. Так, давайте сюда посмотрим. Ага, я смогу же перелететь? По идее, смогу. Так, тихонько. Слушайте, а нужно ли мне идти туда? А как вот здесь, смотри-ка. Здесь прожектор, мне не пролететь через него. Ладно, давайте возвращаться тогда нафиг обратно. Да ёпрасы ты.
Так, здоровья-то вообще мало, надо, ребята, хиляться. Так, ну. Да ёпрста, да с... какого, блин, перепуга-то вдруг? Хорош прожектор за мной следить. Да. Приплыли, называется, ё-моё. Не надо было мне сюда идти. Вот и все, ребята. Что я вам могу на это сказать? Все, лечу, лечу, я лечу. И я нормуль, все, получилось у меня. Так, а здесь у нас какие-то дроны плюс... Вот там что такое, я не знаю, ребят. Что за хрень? Ну, так, сердечко, это пригодится нам. Ой-ой-ой-ой-ой, среагировали. Воу, жестко, жестко все. Там еще что за хрень? Блин, какие-то бомбочки бросает. Не пойму, кто это такой, паук какой-то. Точно паук, ребята. Механический паук. Иди сюда, говнюк. Так, получил свое? Вот так вот. Сосунище. Блин, бочка взрывается же, елки-палки. Слушайте, у меня одно сердечко, ребята. Как-то опасно это. Вот так вот уже будет лучше. Ну давай, иди сюда, паучина. Опа, а это еще что за говно? Т-799. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, мы еще выдыхаемся с вами очень быстро. Зачем вот это надо было сейчас сделать, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Здоровье, здоровье, конечно же. Да что за херня-то? Все, мы его разбили. Так, остался вот этот вот паук-говнюк, который меня нервирует, если честно. Ага, все, рассыпался он. Да, дали мне тут прикурить. Так, ладно, ребята, двигаемся с вами дальше аккуратненько. Буду тут все нафиг сбомбить. Эти бочки, тем более, лучше вот так вот, ребята, издалека их бомбить, чем Крисом, как говорится, бейсбольной битой. Да, было столько сердечек у меня, да, сахарных, а осталось последнее, между прочим. Так, ага, вот она, эта бомба. Ну, нормуль. Так, поднимаемся. И что это у нас опять такое? Опять прыжки какие-то? Ё-моё, я даже попасть не могу, ребят. Тихо, тихо. А, это вообще непонятно, где они там находятся. Так, ну что же, давайте, наверное, так уничтожать их. И будем уже прыгать. Так, все тихо и спокойно у нас здесь. Не могу прострелить. Ага. А мы вот так вот и будем с вами передвигаться. Вот по этому краю. О, эти мины, которые, в принципе, как раз легко убить. Именно по прямой линии. Отлично. Так, о, сердечко сахарно. Это обязательно поднимем. Так, я не знаю, стоит ли нам вот эти вот ящики проверять. Ну, давайте сюда посмотрим. Может быть, сердечко какое-нибудь завалялось. Нет, ничегошеньки здесь не было, ребят. Жалко. Так, ну давай эту мину подобьем. Попробуем, ребята. Слушайте, как-то я вот не помню, у нас у Мэтта есть наведение. То есть он отмечает его как цель врага и стреляет уже автоматически. Не помню, как это делается, если честно. Так, тихонько. Перепрыгиваем. И, по-моему, все, ребята. Мы на месте. Вот, вот, ребят, видели, как делается? Он наводит цель, ее отмечает, и все, сердечко. Хм, странно, а здесь у нас ничего нету. Нам, значит, нужно с вами сюда идти, наверное. Так и есть. Так, что у нас тут? Опять дроны. Ну, эти-то ладно, это ерунда. Вот те страшнее, которые как, я не знаю, как пауки или кто они там выглядят у нас. И сюда. Так, ну главное, что у нас здоровье с вами восстановилось полностью. Так, это что? Блин, да чтоб тебя. Опять, ого. Вот это да, вот это. Так, тихо. Надо понять, как они действуют. Так, потом улетают. Что-то как-то не в разнобойку, по-моему, вам не кажется, нет? Так, ну что, побежали, попробуем. Так, я как батька пробежал. Изи катка. Так, ой-ой-ой-ой-ой. 4 дрона. Изи. Так, здесь, ребята, нам нужен, скорее всего, Мэтт.
Он у нас стреляет? Да. Точно. Так, бомбочка. Куда нам это все, я не знаю, ребята. Бомбы эти, световые фонари. Так, теперь-то куда? Я не знаю, ребят, может быть наверх? Скажется, наверх нужно. Здесь же точно ничего нету больше, да? Прохода никакого. Да, здесь тупик, абсолютно. Блин, как же я не хочу, ребят, бежать через эти прожектора. Кто бы только знал, а? И у меня сердечек мало, ребята. Ай, одеваться некуда. Так, тихо, стоим, стоим. Ага, смотрите-ка, мы можем с вами пойти вверх и вот сюда, ребят. А ну-ка, дроны. Только не говорите, что я сюда прибежал зря, и здесь тупик. Блин, так и есть. Тупик, ребята, галимый причем. Ну что, блин, придется бежать. Вот только куда и как? Так, ребят, я заметил одну точку. Вот здесь вот, по-моему, да? Вот тут. И теперь нам нужно, вот где решетка, чуть-чуть подальше пробежать. Главное успеть. Так, ну что, раз, два, три, погнали. Есть. Ой, надо было еще чуть дальше вставать, ребята. Чуть-чуть подальше. Так, давайте еще разок. Еще, как говорится, одна попыточка у нас. Так, стоим, стоим, стоим. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Нужно успеть. Ну, блин, да что? Ну, побежали, наверное, ребятушки, да? Стоп. Вот она, ребята, эта точка. Так, а теперь, теперь куда? Наверх, наверх надо идти. Ой-ой-ой-ой. Вот так, отлично. Так, тихо, бомбочка. Ну-ка, Мэтт, разберись. Ага, второй, второй, ребята, выключатель у нас здесь. Ну-ка, давай. Опс, открылись ворота. Ну что же. Фу, хотя бы прожектора, ребята, исчезли. Это уже плюс. Чё такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига вы, ребята, вы чё, припухли, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо. У нас очень мало здоровья. Блин, а вражин-то сколько? Ай, критичное состояние, ребята. Ой, успел. Фу, успел подхилиться немножко. Да ёпрос, это все среагировали. Вы посмотрите, что тут происходит, ребята. Так, ладно, этого уничтожим. Этого... Опс, цыплак вонючий. Готов. Так, ну что, остался вот этот хламон. А что он там? Застрял? Ну, извини тогда. Мэтт, давай, родной мой, поджарь эту гадину. Все, рассыпался. В труху. Так, что у нас здесь такое вообще? Ага, ящички. Сердечко сахарное, блин. Лучше не придумаешь. Дроп, что нужно. Так, а куда тут уйти, ребят? Тут тупик. Странно. Тут что, компьютеры какие-то? Сервера? Слушайте, я не знаю. А здесь... Нет, это не проход. А, вон же, по-моему, ребят, да, проход у нас? Ну-ка, давайте-ка проверим. Это он или... Да, это он. Ёкаламане. Так, а у нас приключатель этот действует, нет? Ну-ка, действует, смотрите-ка. Так, значит, можно и в ту сторону включать, да? Ладно, давайте, наверное, вот в эту сделаем. Так, тихо! Попался. Сам виноват. Так, ну что же. Давайте попробуем, наверное... Так, тихо. В принципе, нам должно хватить времени. Вот вы посмотрите внимательно, ребят. Вот он все. Он довольно долго и медленно идет. Так что, куда это мы с вами бежим? Я надеюсь, вообще вправь... Так, лазеры. Давайте-ка переключимся на Криса и будем перепрыгивать. Так. Да я просто... Что ж ты, Крис? Ты не отдуплись у меня. Смотри, у тебя мало здоровья. Дай-ка перелетим. О! Вот так вот надо было сразу, ребятам, этом. Ёпрсоте. Я, кажется, понял, что нас ожидает. В общем, ребята, мы с вами включили один переключатель. Скорее всего, на этом элеваторе нам нужно будет достигнуть следующего... конца экрана, то есть получается левого. И там уже, наверное, будет второй. А как мне... Погоди-ка. Секундочку, ребята, а как? У меня не получается туда... Ой, ё-моё, попался. У меня не получается туда перебежать. Секунду, смотрите. Еле-еле-еле-еле.
Тем более отдышка это. Ну, не знаю, ребят, как эта фигня получается. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Блин, сейчас поймает. Поймали. Хм. Крис, ну-ка давай-ка возьмем тебя, попробуем тобой. У тебя есть кувырок. Может быть, за счет кувырка попробуем как-то оторваться. Я не знаю. Нет, не катит. Давайте тогда прыжками. Во. Да, прыжки это самое оптимальное, ребят. Так-так-так-так, давай-ка, наверное, перейдем. Переключим вообще. Вот так вот сделаем. Ну что же, где там этот прожектор? Сейчас он, когда в обратную сторону, ребят, полетит, мы с вами побежим. Что есть силы, как говорится. Погнали. Погоди-ка. А, все, понял. Я уж думал, прибежали, блин, в тупичок. Так, лазеры, да, как же без них-то? Без них никак, ребята. Ну и, да, вот он, ребята, переключатель. Ага, открываются какие-то ворота у нас. Ну, смотрите, хоть хорошо все здесь остановилось. Я так понял, прожектора тоже убрались, да? Отличненько. Значит, мы просто-напросто с вами забегаем, и все, делов-то на копейку. Так, и что у нас тут? Какая-то... Ага, опять прыжки, да, значит? Ну ладно, давайте, побежали. Так. О. Что это такое, а? Так, ну-ка, разбить можно? Ха-ха, это просто лежит. Так, только не говорите, что здесь какой-нибудь босс очередной будет. Не? Ого, жесть какая-то. Это ж кто-то орет. Так, орет кто-то. О, обязательно нужно сохраниться, ребятушки. Так, конечно, хочу. Я не знаю, что-то впереди у нас. Да, будет перезаписано, отлично. Так, но нам только сюда остается идти. И... О, смотрите-ка, ребят. Так, что такое? Ох, ёпарасы ты. Нифига себе, дракончик. Жесть, это босс, что ли? Так, хорошо, ребята. А, надо бежать. Все, я понял. Так, ну-ка. Блин, а за мной еще какая-то фигня бежит, ребят, смотрите. Так, ну-ка. Замечательно. Ну, пока ничего сложного нет, ребята. Опа, опачки. Так, тут надо аккуратненько. Погоди-ка, а здесь-то как? Ё... Да, ребят, не допрыгнуть. Ой, да. Мы это надо было перелетать, вот что. Точно, ребята. Ну, теперь-то я уж точно должен пройти. Ребятушки, побежали. Фух, я навострился. Так, главное сейчас не тупануть. Все, чтобы здесь было замечательно. Ай, нет, вот такие вот, извините меня, ребята, проступки непростительны для меня. Так, погнали. Раз, два, Мэтт, полетели. Так, Крис, давай прыжки, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, готовимся, ребята, к перепрыгиванию. Готовимся. Так, Мэтт, полетели. Так, Крис, давай. Не подведи меня, родной, на этот раз. Отлично, все хорошо. Так, раз, два, три. Так, преграды. Оббегаем, оббегаем. Оббегаем. Хорошо. Так, здесь тоже аккуратненько. Перепрыгиваем. Так, прыжок. Прыжок, перелетаем, Мэтт. Отлично, Крис, полетели. Так, аккуратно вот здесь вот. Оп, нормулька. Так, вот здесь Кри... Давай-давай, перелетаем, ребята. Аккуратненько, вот так вот. Шикарно. Ну. Все, ребята. Финишная прямая. Неужели? Неужели у меня удалось, ребята, пройти? Так, смотрим тогда дальше, что у нас там. Сейчас, наверное, с самим боссом будем драться, да? Скорее всего. Опа, опа, опачки. Что это такое? Что это такое вообще? Хм, довольно, мальчик. Похоже, дошедшего до моих ушей не так уж сомнительно. На твоих плечах лежит тяжелый груз, и все же бедам не сломить тебя. Что это?
Кто вы такой? Вы не знаете, чего стоило мне попасть сюда. Я не сдамся. Чего вам нужно от меня? Я никогда не перестану радоваться спонтанности и темпераменту человеческой натуры. Не бойся, мой юный сокол. Я пришел не для того, чтобы причинить вам вред. Я пленник своей крепости. Успокой свою мятежную душу. Это место мира. Или было им давно? Позвольте мне рассказать вам мою историю, видимо. Или вы пришли не за этим? Ну, вообще-то нет. Сокол? Нет. Простите, я не понимаю. Успокойся, мой юный друг. Ваш путь был долгим, но трудности еще впереди. Освободите свой разум, и я отвечу на ваши вопросы. Как вы поняли, во время своей одиссеи мы наблюдали за вами, проверяя вашу храбрость, вашу честность и вашу стойкость. Вы здесь не случайно, а потому что того требует равновесие жизни. Равновесие? Но кто вы? Ты спрашиваешь меня, кто я? Позволь мне объяснить. Мое имя Осис, я бог того, что есть и чего нет, живых и мертвых, хранитель вечного цикла. То, что вы видите сейчас, это одна из моих многих форм. Так, ребятули, по ходу дела ролик. Моя эссенция вечна. Как и моя великая миссия поддерживать баланс всего живого. Я взвешиваю сердца мертвых и тем самым сужу их души и поддерживаю баланс. Есть еще подобный мне, но он мой вечный противник. Мой брат Сет. Сет — это жестокость, испорченность, жадность. Сет пожирает все, но ничто не способно насытить его голод. Я всегда сдерживал его. Пока один человек, зовущий себя майором Оурусом, не проник в наше измерение и не заключил договор с моим братом. Сет и его темные приспешники устроили мне засаду и забрали мою силу. В обмен на конец моего царствия мой брат пообещал подлому и злобному майору Оурусу ни много ни мало, а весь мир. Вот почему творится такой хаос, мой юный сокол. Мой великий суд оставлен. Брат собирает армии, а сам я в заключении в этой тесной бесконечности между жизнью и смертью. Беспомощный свидетель разрушения. Баланса всего живущего. Так, ну что же, ребята, отлично. Нам повествовали, кто такой Осис. Теперь я понимаю, молния, вот когда все изменилось. Вы должны остановить майора. Его план вот-вот осуществится. Действительно. Майор верит словам моего брата Сета. Однако истина такова. Мой брат собирает армию, которая будет служить его собственным интересам, а не интересам майора. Как только у него появится такая возможность, он избавится от майора и подчинит мир своей воле. Майор просто марионетка. Но мы не можем справиться с ним в одиночку. Мы не знаем, сможем ли победить майора или Сета. Вы должны нам помочь. Я не могу. Это ваш долг — спасти мир от разрушения. В тот день, когда мой брат сверг меня, он наложил на меня проклятие. Мой источник силы был сведен к нулю. Только чистое сердце может восстановить порядок и снова закрутить колесо вечного цикла. Но как нам это сделать? Мы не можем сражаться с Богом. Не отчаивайся, мой юный сокол. Ты поймешь, что делать, когда придет время.
Просто запомни эти слова. Наступает время, когда каждый сталкивается с дуатом. Возвращаясь к началу, потому что в некотором смысле мы все принадлежим ему. Но есть немногие, перед которыми дуат склоняется. Те, кто ставит благодетель и непоколебимость равновесия превыше всего остального. Но я не понимаю, дуат склоняется перед чистым сердцем? Ты поймешь, когда придет время, и тогда все снова возвратится к своему естественному течению. Теперь вы должны идти. Возьмите, это подарок в знак моего благословения. Это тебе понадобится. Так, что это такое? Перо Осиса. Перо Осиса символизирует корону этого бога. С ним ваша душа становится воплощением космического порядка, справедливости, правды, баланса, гармонии, праведности и добра перед лицом неподкупного суда. Спасибо. Это кулон? Да, он символизирует баланс и гармонию космоса. Символ всеобщей справедливости и негласное подтверждение моего молчаливого согласия с его обладателем. Теперь ступай и исполни свою роль. Нет, извините, но я не знаю, смогу ли я сделать то, о чем вы говорите. Я даже не понимаю, что должен сделать. Как мне спасти мою семью? Ты знаешь, что сможешь. Ты последняя надежда. Нет, стойте. И он исчез, да? Ха-ха. Зашибись, ребята. Что случилось? Куда делся дракон? Это сложно. Дракон... Что это за кулон? Не знаю, он дал его мне, а потом исчез. Объясню по дороге. Ладно, давай сперва выберемся отсюда. У меня такое чувство, будто за мной наблюдают. Ну, так, ребята. Блин, а где-нибудь есть сейф? Сохранение. Мне нужно срочно сохранение. Так. Ну, лифт? Или что, лифт, да, ребята. Ух, довольно прикольно и интересно, что я... Опа. Начало положено, милорд. Дуат восстановлен, скоро весь мир будет наш. Хм, не давай обещаний, которые не сможешь выполнить, Оурус. Больше никаких промахов. Ладно, ступай прочь, исполни наш замысел. Тебе здесь еще не место. Все будет по плану, старина. Да, все будет по плану. Старина, нифига себе он его называет. Совсем потерял страх, а? Этот Оурус. Думаю, это все. И если это так, Крис, он еще больше, чем мы думали. Вот поэтому нам нельзя терять эффект неожиданности. Постой, ты это слышишь? Что? Тихо. Отряд Б-54-59 на месте, прием. Хм, хорошо, прием. Так, точно, я отдам приказ. Конец связи. Так, ты и ты за мной. Майор подал сигнал. Приготовления почти закончены. Мы все должны собраться в квартале 2 для дальнейших указаний. Майору нужна вся военная мощь на передовой. Ты активировать разведывательные дроны. Есть, сэр. Мы подождем тебя у лифта. Есть, сэр. Смотри, все включи. Эти дроны не самая лучшая защита, но они, по крайней мере, будут следить за периметром. Есть, сэр. Так, что он тут будет делать? Дронов, да, включать? Ага, достаточно. Эти дроны поджарят любого нарушителя. Ух. Черт, операция началась. Чарли, мы должны сделать это вместе, Мэтт. Если майор сможет открыть дверь, которая отделяет мир Дуата от нашего, это будет полный кошмар. Я готов. Хорошо. Ну что ж, дорогие мои друзья, а мы с вами делаем сохранение и продолжим уже играть с вами в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. И, как говорится, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. We'll be right back.